Здрасте, мальчики, скучаем? Не хотите что-то к чаю? Нету чая, не беда, у меня полно добра. Подстаканники, журналы, просто диски, манго к чаю. Хочешь водки? Ну уж нет. Знаешь, чей это ответ? Может, пиво? Нет, спасибо. А закуски тоже мимо? Золотой купи браслет. Может, сделаю омлет? Не ломайтесь, пацаны. Продаю даже трусы. С вами в поезде надолго. Деньги есть? Клади на полку. Извините, нам не надо ни зефир, ни шоколада. Можно просто посидеть и в окошко посмотреть. Если что-то пригодится, с вами свяжемся. Тупица. А пока что, мадемуазель, дверь закройте, дует мне.